Продолжаем нашу трансляцию. Четвертый тур у мальчиков до 14 лет. Это завершающий на сегодня тур. Завтра нас ждут еще два тура в каждом из возрастов. С утра мы начнем нашу трансляцию в 10 часов с соревнований мальчиков и девочек до 12 лет. Два тура оставшихся и затем два оставшихся тура у мальчиков и девочек до 14 лет. Напомню, вы смотрите топ-16 среди мальчиков и девочек до 12 и 14 лет, который проходит 3, 4 и 5 февраля в спортивном комплексе школы Олимпийского резерва в Чебоксарах. Вчера у нас были игры квалификации. Четыре группы по четыре участника и по четыре участницы, из которых в первые и вторые места выходили в первую восьмерку. Это места с первого по восьмого разыгрываются. И третьи и четвертые места играют за места с девятого по шестнадцатое. Не реализовал матчбол Леонид Хитилов. Леонид Хитилов с левой стороны стола в красной тенниске. Он представляет Краснодарский край. И Илья Гладыш, представитель Оренбурга. Не складывается игра, я бы сказал так, на этом турнире у Ильи Гладыша. Не лучший его турнир. Тяжело, очень много соревнований, очень сложно выводить.